Ольга – лидер общественной организации «Солнечный круг», за рулем 10 лет, стаж и того больше. Водит очень уверенно, легко маневрирует в потоке. Рассказывает, научиться пришлось, быть мамой ребенка-инвалида непросто, нужно везде успеть, и без личного транспорта никак. Есть дети, которые, например, в нашей организации проживают в Авдотино, и каждый день маршрут из Авдотина на маршала Василевского, это конечная второго автобуса, если я не ошибаюсь, и обратно, она просто съедает полностью весь день. И у матери не остается возможности вообще ни на какое-то саморазвитие, ни на работу, ни на отдых. Поэтому мобильность, руль, автомобиль – это решение многих проблем, это, собственно говоря, отчасти панацея. Организации «Солнечный круг» удалось получить средства президентского гранта, в том числе на обучение матерей особенных детей управлению личным транспортом. Первая группа уже набрана. 10 человек, 9 мам и 1 папа, проходят теорию в автошколе. Обязательным условием для участия в программе было наличие в семье машины, чтобы права мертвым грузом не лежали. Разумеется, для семей это бесплатно. С ребенком такая проблема, у ребенка ДЦП, она у меня может ходить. С 4,5 лет она начала ходить, то есть год назад. Но для нее это очень большой труд. То есть, допустим, я смотрю по навигатору в телефоне, до остановки идти 5 минут. Это значит, что в реальности она будет идти 40 минут, час. И если мы идем на какое-то занятие, то она уже на занятии будет потом очень уставшая, потому что это для нее большой труд, даже не столько физический, сколько умственный, потому что она старается контролировать каждый шаг, чтобы не упасть там. Кроме обучения вождению, за счет средств президентского гранта мамам и папам дадут новые профессии, чтобы можно было работать удаленно. Разработано 15 программ по интернет-маркетингу, SMM, финансовой грамотности и так далее. У нас всего больше 160 человек в организации «Солнечный круг», и большинство из них активные, готовые учиться, готовы развиваться, готовы получать новые профессии, какое-то открывать свое дело. Некоторым, да, некоторым приходится рассказывать, что это за профессия. Многие не знают, что такое интернет-маркетинг, что такое SMM, что такое помощник интернет-предпринимателя. У нас есть такой курс. Но в большинстве своем они открыты и готовы развиваться. Такие проекты для мам и пап – это возможность выйти из социальной изоляции и облегчить свою жизнь. Мы очень рады тому, что в организации есть уже предприимчивые мамы, которые уже имеют задумки собственного бизнеса, собственного развития. Например, это пошив игрушек, шьют зайчиков, выпечка. Потом у нас родители шьют. Одна из мам начала делать свечки. То есть родители начали двигаться уже в направлении саморазвития и дополнительного заработка. Для того, чтобы получить новую профессию или обучиться на права, не нужно быть даже активистом общественной организации «Солнечный круг». Грант написан для всех родителей детей с инвалидностью. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.